Казанскому заводу точного машиностроения исполняется 75 лет в 2016 году. Свое происхождение он получил от Ленинградского завода имени Калинина, эвакуированного в связи с начавшейся войной, большей частью в Казань. С 15 июля по 7 сентября эшелоны, груженные демонтированными заводскими цехами и людьми, один за другим прибывали в Казань. Всего прибыло 15 железнодорожных эшелонов и 3 речные баржи. К 7 ноября 1941 года были отгружены первые партии продукции для фронта. Фронт требовал и солдат-воинов. На завод поступил приказ наркома о снятии брони и отправке в действующую армию группы заводчан. Всего с завода ушли на фронт около 1000 человек. Многие погибли. В послевоенное время Точмаш производит в основном сельхозтехнику. В 60-е коллектив осваивает производство изделий, положивших начало развитию нового направления в деятельности завода, основанного на радиоэлектронике, оптике и теплотехнике. Сегодня федеральное казенное предприятие «Казанский завод точного машиностроения» работает для нужд Министерства обороны России и других силовых структур страны.